Я в этом году повторил очень один вкусный сорт. Правда, он у меня был, когда я взял семена, он у меня был коктейльного размера. Почему-то в этом году прямо есть бифы. Даже вот такой. Это сорт под названием Mystery. Как там правильно? Загадка? Тайна? Тайна, наверное. Он не супер многоплоден, хотя тут такая кисточка есть на 3-4 плода. Тут 2 плода, тут даже вот нету осыпающихся цветов, чтобы видно было, какое строение кисти. То есть он не многоплодный экзот. Вроде цвет такой же. Ну, сейчас попробуем, что в этом году за загадка. Но зато хороший мощный лист у него. Здесь ему, в принципе, нормальное место попалось. Ну, не супер много плодов, я скажу так. Это сейчас попробуем на вкус, чтобы определить, нужен ли он для ценителей экзотических сортов томатов с такими разными фруктовыми нотками, там, с набором сахара хорошим, ну и так далее. Не классика, которая. Вот такие при дневном свете они в окрасе. В основном плоды были у меня где-то, ну, может быть, чуть больше вот этого, такого коктейльного типа. На вес 86, ну, наверное, да, до 100 грамм. А в этом году он как-то мутировал. 169, а один вообще 220, 230, короче. Прям очень интересно, будет ли он такой же вкусный, как тогда. Ну, по крайней мере, разрез у него, ну, такой же, как и был. Такой вот внутри с красными, такие стеночки мясистые, в принципе. Я надеюсь, что он... Потому что, к примеру, сорт Summer of Love в этом году как будто недозревший, сам мягкий и какой-то кислый. Вроде как бы делаю все правильно, но посмотрим сейчас, как он на вкус. Так, возьмем вот этот крупничок. Это сорт Mystery. Он насыщенный, с кислинкой, конечно, такой пряной прям кислинкой. Он был в тот год, наоборот, более сладкого десертного вкуса. Ну, сладость в мякоти тоже есть хорошая. Ну, как этот перезревший попробую. Кожурка такая, как бы толстоватая, но она жуется хорошо. Но он остался фруктовым таким. На классику вообще не похож. У него такая вот эта вот мякоть. Я думаю, можно его передержать на кусте. Он больше сладости наберет. Кислоты больше набрал, но остался вот свойственность сорта, вот такая вот она. Можно его передержать на кустике, он тогда будет максимально вкусным. Максимально таким вот прямо фруктовым. Сорт Mystery. Мне прям интересно, надо будет с этого семена тоже взять. Что там получится по сортовым особенностям на следующем этапе посева и выращивания. Сорт Mystery. Пока не вычеркиваю. Ну, если он сгулял, то тогда да, надо будет семена с другого источника брать.